Семен Кирсанов. Черновик. Это было написано начерно, а потом уже переиначено, поре и перена, перече, перено, перечеркнуто и как пятно сведено. Это было, как мучиться начато, за мгновенье, как судорогой сведено, а потом переписано заново, начисто, и к чему-то неглавному сведено. Это было написано начерно, где все больше, чем начисто, значило. Черновик — это слово знакомство случайное, неоткрытое слово на нео, когда вдруг начинается необычайное, нео-день, нео-жизнь, нео-мир, нео-мы, неожиданной встречи перед дверьми незнакомых, Джульетта с Ромео. Вдруг кончается будничность, начинается будущность новых глаз, новых губ, новых рук, новых встреч. Вдруг губам возвращается нежность и речь, сердцу биться способность, как новая область, вдруг открывшейся жизни самой. Вдруг не нужно по делу, не нужно домой, вдруг конец отмиранию и остыванию. Нужно только, любви покоряясь самой, удивляться всеобщему существованию и держать, и сжимать эту встречу в руках, все дела посторонние выронив. Это было написано все на листках, рваных, разных размеров, откуда-то вырванных. Отчего же так гладко в чистовике, так подогнано все и подобрано, так уложено ровно в остывшей строке после правки и чтения подробного. И когда я заканчивал буквы стирать для полнейшего правдоподобия, начинал он терять все свое, все мое, все особое. Умирала моя черновая тетрадь. Умирала небрежная правда помарок, мир, который был так неожиданно ярок и который увидеть смогли бы вы. В этом сам я повинен, в словах не пришедших. Это было как встреча двух мимо прошедших, как любовь, отвернувшаяся от любви.